День в разговорах. Поют и гордятся ростом и правостью слабой страны. Правые спят, и, конечно, приснятся им о величии праведном сны. Правые женятся, глянцевых харей лихо заполнен приветственный лист. Здесь монархисты и светские стаи, каждый второй по натуре фашист. Правые пляшут, балы да фуршеты, строй из солдатиков, ряд из машин, гомон, цыгане, певцы да поэты, звания, статусы, деньги и чин. Духа рабочего жутко боятся, богу, царю, капиталам верны. Правые спят, и сегодня приснятся им о картонном величии сны. Кто такой Бенито Муссолини? Трус? Нет. Человек очень смелый. Подлец, убийца, антисемит, живодер? Да тоже нет. То, что о нем пишут, показывает, что он был человек, который очень неуважительно относился к женщинам, но, пожалуй, из таких ярко выраженных недостатков это последнее, которое у него было.